Друзья, всем огромный привет! Начинается новый выпуск «Дневника фаната», и это такой новый формат экспериментальный, где мы, наверное, будем рассказывать о том, что происходило в спартаковском фанатизме за определенное время. А назовем его какой-нибудь там спартаковский там дайджест, да, например, красно-белый дайджест, да. За две недели, да, мы возьмем, наверное? Да, да. Будем брать две-три недели, в зависимости от мероприятий, которые у нас будет попадать в этот период. 100%. Ну что, мы сегодня с тобой обсудим обязательно выезд в Калининград за регби, старт сезона «Спартака-2» и «ЖФК». Народная команда выезд в Минск, первый матч пятого сезона медиалиги, да, причем, скажу авансом, везде классные выезда планируются, классные домашние игры, в общем, атмосфера будет бомбовая. Друзья, посмотрите этот формат, если вам зайдет, пишите комментарии обязательно, все ссылки на Витю, на меня, на дневник фаната мы оставим в описании, ждем от вас поддержку, ну а мы начинаем, погнали, Витя? Погнали! Когда узнал, что парни, собственно, будут играть в Калининграде на большом стадионе чемпионата мира, я собрался ехать туда на этот выезд, тебя там не было, собственно. К сожалению, да. Сам я не пошел на фанатку, да, мы что, в тандеме работаем. Но здесь я понял, что брата моего нет, поэтому... Ну, там нас выручил Миша Дивинский. Миша Див был, да, был Давгудский. Да, 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 Андрюха. Были еще там ребята. Они выручили, сделали атмосферу, за что им большое спасибо, парни. Начнем с того, что да, я поехал на этот выезд в надежде снять старый добрый дневник фаната, но я понял, что там на выпуске я не соберу, потому что, во-первых, отвратительная была погода, холодный, ветер, мы должны были поехать на море, встретились с Васей, который там завсегда этого Калининграда, который нам рассказал о местных движениях. Ну да, о местных этих казиношных движениях, куда поехать на море. В итоге я никуда не поехал, погулял по Калининграду и понял, что надо просто встретиться с братвой и насладиться этим выездом, как старые добрые, потому что выезд — это маленькая жизнь. Ты решил нормально загудеть, в общем. Не то, что даже загудеть, знаешь, я просто провел время с братвой, и от этого я вообще не пожалел. Что иногда очень сильно не хватает. Абсолютно верно. И снова седая ночь! Только ей доверяю я! В общем, приехали мы в Калининград, погуляли по городу. Красивый город, вопросов никаких нет. Встретились с ребятами, встретились с Васей. День матча, брат. Когда я приехал на стадион и зашел в раздевалку к регбистам, я увидел в их глазах, знаешь, такую легкую тревогу от того, куда они попали. Мандраж. Потому что большой стадион, огромная раздевалка. Так еще и билетов сколько было продано, да, на игру. Да, 8 там с чем-то тысяч пришло, то есть это, ну, хороший рекорд, даже там, ну, на футбол столько сейчас не ходят, типа, да, людей. Да, с учетом того, то, что когда вот финал высшей лиги, когда был, когда играли на Славе, да, сколько было людей, а тут как бы раза в 4 побольше, да, еще. Да, сумасшедшая была атмосфера. В общем, я сам пока не знал, что будет такая, ну, то есть там 8,5 тысяч будет на этом регби. Я подошел к ребятам, объяснил, что, парни, все, что сейчас происходит и где вы находитесь, это минимум того, что вы заслужили. Потому что, например, команда регбийного клуба «Спартак», она была сделана руками тех же фанатов. Да. И за свое время они, ну, многого достигли. Маленькими шажочками, вперед. Никуда не гнались, поэтому да. После, ну, то есть разминки, во-первых, была речь еще перед разминкой, да, наши уважаемые тренеры сказали пару слов ребятам, была разминка, в общем, ничего такого, сектор начал заполняться. И потом, Вить, раздевалка, выход на поле. Когда я там стоял, у меня невольно пошла слеза от эмоций, потому что тот настрой, который есть у пацанов, блять, он должен быть не то, что у пацанов-регбистов, он должен быть у каждой команды «Спартак», да, которая представляет красно-белые цвета. Да. Возьмем, и на которые мы, в принципе, все сейчас и ходим. 100%. Возьмем «Народный», «ЖФК», «Спартак-2», «Юноши», «Московский Спартак». Парни, просто смотрите, пропитывайтесь этой атмосферой, ставьте лайки и пишите ваше мнение в комментариях, каково это. Что можно придумать? Ну, я просто подумал, блядь, и скажу, как есть. Я вижу со стороны, что у этой команды есть коллектив, парни. Вы должны не за себя биться, а за друга, за товарища, которые рядом с друг другом стоят, блядь, парни. Для нас, в первую очередь, это коллектив, и мы будем выходить биться, блядь, за свой народ, за своих братишек, за ребят, блядь, за коллектив, парни, блядь. И чтобы ни одна паскуда, сука, блядь, не имела права, блядь, в интернете нас, блядь, втирать, нахуй. Мы всем этим тварям, блядь, покажем, нахуй! Чтоб эта тварь, нахуй, не имела, блядь, больше голоса открывать, нахуй! В нашу сторону, блядь! Чтоб каждая тварь знала, что нас надо уважать, блядь! Обнимитесь, блядь, вы же земля, коллектив, блядь! Мы каждому докажем, сука, целый месяц молчали, въёбывали, блядь! А теперь посмотрите друг другу в глаза, блядь!
музыкантов, ёбать. Сами все слышали, сами все видели, блядь. С таким, блядь, настроем, я не знаю. Крутом. Короче, блядь, ситуация следующая. Время закончилось, короче, ребята подсказывают. И, короче, у Балтийского шторма штрафной удар. Все, то есть, типа, он сейчас бьет, либо попадает, и Балтийский шторм выиграл. Либо он не попадает, и, короче, наши пацаны же тащили. Друзья, а мы хотим сказать спасибо нашим друзьям из компании Винлайн, которые поддерживают народную команду, которые поддерживают Дневник Фаната в наших реализациях и в этих выпусках, которые вы смотрите. Поэтому гарантированный фрибет до 3000 рублей прямо по ссылке в закрепленном комментарии. Переходим в наш телеграм-канал, кликаем по ссылочке, забираем его. А как вы знаете, Вин заплатит без вариантов. Смотрим выпуск дальше. Друзья, переходим ко второму блоку. Женский футбольный клуб «Спартак» ведь. Да, помнишь, мы там 2 года назад об этом говорили, потому что у Кане есть, у Бомжей есть. Да, у Спартака ничего нету, да. В итоге, как говорят, обязали каждый клуб премьер-лиги сделать свою женскую команду. Да. ЖФК усилились разными футболистками из разных. Из разных клубов. Абсолютно из разных, но я так понимаю, что девчонки пропитались уже каким-то духом, да, спартаковским. Расскажи вообще, как актив Спартака, фанаты Спартака пришел к этому и начал на них ходить, потому что уже были матчи, где достаточно было бодро. Да, рассказываю. Значит, первоначально у нас такое сомнительное было к Спартаку мнение, да, ходить, не ходить, потому что набирали игроков из ЦСКА, Локомотива, Динамо и из других как бы клубов. Но нам предложили встретиться с руководством клуба, пообщаться, познакомиться. Ну, мы пошли навстречу руководству, встретились, скажем так, в неформальной обстановке. Они нам рассказали про структуру, про задачи, как они собирали команду, откуда, географию, откуда забирали игроков, потому что у них там была и Сербия, Казахстан, и Белоруссия, в общем. И рассказали именно саму структуру, то, что нормальных игроков очень мало в женском футболе. Вот. И кому они приезжали, к девчонкам, они там сразу же с горевшими глазами, типа, да, мы готовы, мы не хотим там сидеть на банке, круто, погнали. Мы пообщались с активом, скажем так, ну, думаем, давайте, в принципе, проект попробуем. Да, проект посмотреть. Как бы нормальный, вроде к нам открыты, девчонки хотят поддержки, давайте попробуем. Первый матч у нас был с Чертановым в Академии Чертанова. Достаточно, скажу, очень много людей собралось. Но был только больше пристрелочный. Да, наверное, пристрелочный, да? Был, мало, да, было попробуем, народу, да, думаем. Объективно. Присмотримся. Да, круто, пошизили, очень там вспомнили очень много как бы зарядов. Девчонки там были вообще без ума, там просто они с глазами по 5 рублей, что типа нифига себе, сколько на них там пришло мужиков, да, там пошизить, поддержать. Там некоторые после игры там плакали, что не могли там выиграть. В общем, там очень эмоционально. И, в принципе, мы поняли то, что отдача от них есть. Как бы, ну, нормально. Главное, чтобы команда реагировала. Да, да, да. Они реагируют, да. Они реагируют в соцсетях, там присылают кружочки, да, там в Телеграме, что все, ребята, спасибо, что пришли, там нам очень это важно, там типа круто. Всем привет! Мы сегодня победили. Была очень сложная, напряженная игра. Спасибо болельщикам нашим любимым, потому что вы нас гоните вперед. Вы крутые, вы молодцы. Это наша общая победа. Ждем теперь вас на следующем матче. Ваша поддержка для нас очень важна. Вот, и потом мы был матч такой ключевой с Енисеем. Да, да, это матч был с Енисеем, на который пришло еще больше народу на уже в академию к нам в Сокольники. Просто там вышла нереальная шиза, просто все там 90 минут нон-стопом. Девчонки еще в большем восторге. Еще больше на них народу пришло. Можем сейчас вот перебивки вставить по шизе. Вперед, Спартак!
И, в принципе, так мы пообщались, это хорошая альтернативная площадка для поддержки именно фанатизма. Я слышал, что женщины будут делать матч на открытии арены летом. Да, возможно, такой будет, да, проект. Пару игр они планируют. Ну, вот пока как бы не знаем, какие как бы точно, да, но пару игр на открытии, скорее всего, точно будет. Естественно, мы будем ходить на все игры, потому что отдача есть, людям нравится, они приходят разрядиться, также пошизить, встретиться с друзьями, с братвой. Поэтому, в принципе, ничего плохого я не могу сказать о ЖФК. Учитывая, что мы сейчас, по сути, сидим дома, да, там, да, котируем, как бы, ну, закон о фан-айди, и в целом это те площадки, где, типа, даже, знаешь, не то, что там женщина, да, там, или кто-то бы еще играл, тут главное, что может собраться братва, да, и все-таки поддерживать эту культуру фанатизма и совсем не усохнуть, да, да, в этой всей истории. При том, то, что на первый матч в Академии там собралось, поправьте, если я могу там ошибаться, что там в районе там, тысячи там, человек, там, что-то почти под тысячу. Это нормально. Неплохо. Это нормально. Неплохо. При том, то, что за воротами там было человек 300. Очень много новых людей, очень много молодых парней, кто именно с горящими глазами приходит, шизит, да, там надевают красные футболки, приносят с собой шарфы. Круто. Круто. Почему бы и нет? Ну, собственно, еще один призыв. Ребят, женский футбольный клуб, ребята в своих соцсетях делают призывы, когда, да, массово получается, да, для, да, народ. Поэтому, повторюсь, все молодые ребята, кто там не застал, возможно, топовую историю на трибуне «Север», либо в Черкизово, либо в Лужниках, вы сейчас можете прийти, познакомиться с ребятами и все вместе кайфануть, насладиться. При том, то, что девчонки ставят свой календарь, а отталкиваясь от календаря основы. Супер. Не пересекались, да, матчи, и там условно, почему, например, можем сходить там сначала на ЖФК, а потом где-нибудь посидеть вот в пиги-баре, посмотреть футбол основу. Круто. Ну что, все на ЖФК? Приходите. Ну что, друзья, продолжаем свой красно-белый дайджест. И, как вы знаете, народная команда стартовала в 5-м сезоне Вилайн Медиа Лиги. И, собственно, первый матч у нас – это выезд в Минск. Да. На тот самый легендарный центральный стадион «Динамо», где в 70-м году был первый массовый организованный выезд. Да, болельщика «Спартака». «Спартака». Да. Ребята из «Утры» делали даже одну из дат граффити, по-моему, если не ошибаюсь. То есть было такое, да, мы об этом рассказывали в своем из выпусков, когда мы зимой ездили на шайбы туда. Собственно, ну представь себе историю, да, там я болельщик «Спартака», да, там у нас есть команда, которая сделана руками фанатов, и мы едем туда, в этот Минск. Фратрия сделала автобусный тур на басе, да, можно было поехать. Понятно, что там, ну, пересекалось с дерби с «Динамо», да, да, и смотрю. Первый тур в Минске, много народу, конечно, не поехало, но сразу скажу, что сезон у народный топовый, топовые стадионы, топовые выезда. Мы также пытаемся подстроиться, чтобы не пересекалось с «Спартаком-2», с там, ну, основным «Спартаком», понятно, да, там, с женщинами и прочее, прочее. Поэтому, друзья, в соцсети «Народные» перед вашими глазами, подписывайтесь, следите за информацией. Парни также активно гоняют и помогают. Собственно, перед матчем в Минске мы с тобой созвонились и говорим: «Вить, как бы, ну, мы давно с тобой по этой теме двигаемся, да, ты часто ходишь на «Народную», да, заводишь и там тоже сектор. Надо сделать какую-то растяжку». От тебя поступило предложение сделать растяжку. Да, большой текстовик сделали, 20-метровый, народная команда. Предоставили Сереге макет в кратчайшие сроки, в наикратчайшие, да. Мы там за 5 часов быстренько ему сделали, привезли на тренировку. На тренировку. Да, на тренировку. В ночи уже привезли, просто на последнем издыхании. Я думаю, круто. Слушай, я тебе скажу так, что когда мы приехали на стадион, и там же, ну, как бы медиалига очень так трепетно относится к нам, потому что не то, что боятся, но как-то, знаешь, так... Остерегаются. Остерегаются и понимают, что болельщики «Спартака» почему-то нас до сих пор считают какими-то головорезами, да, тем более на медиалиге, но все взрослые люди понимают, что аудитория медиалиги — это абсолютно, ну, не конкуренты, да, в абсолютно. Том плане. И по возрасту, и по всем остальным моментам. Но когда появилась растяжка на секторе, скажу так, что организаторы лиги так... увидели, говорят: «Ничего себе, типа, своими руками сделано, не напечатано. На этой растяжке нет никаких спонсоров, да, как у других команд, да? То есть да, да, это да. Сделано все руками фанатов, что самое главное». Люди сразу такие говорят: «Да, ну, народная…» То есть кто-то даже привел в пример, что если было бы больше народу на гостевом секторе, это какая-то Польша, знаешь, типа, один лицевик, народ и шиза.
по шизе, поскольку вас не было, да, и весь актив остался в Москве, к сожалению, готовились, да, Динамо, да, готовились. Без Динамо, да, Динамо 2, Спартак 2, мы об этом расскажем чуть позже. Я, собственно, не выдержал, пошел сразу же на первую минуту на фанатку. Ну, ты там вообще просто феерил, я тебе скажу. Слушай, ну, если у кого получится, потому что мы с той фандемией работаем, да, частенько в этом году. Вот, я собрал как бы всех на один секторок, и получилось 60-70 человек было на секторе, на центральных трибунах еще, ну, может быть, порядка, не знаю, человек 50 было, да, кто переживал за народную. Но, слушай, шиза была неплохая, и по трансляции, и в целом все сделали акцент на то, что болельщики Спартака, они даже в 60 рыл могут дать праздник этому футболу, да, 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 и поддержать свою команду. Поэтому всем огромное спасибо, кто выбирается на народную, следит. Впереди важные матчи у нас. Выезд в Тулу 4 мая. А в этом матче дебютирует две легенды московского Спартака, Егор Титов. Долгожданный, да. Поэтому, друзья, все собираемся в Тулу. Ожидается очень большое количество красно-белого десанта. И очень я думаю, большое. Что будет очень весело. Также у нас будет матч в Питере на Петровском 18 мая. И, соответственно, матч на открытии арены, который мы все ждем. Это 24 мая. Очень ждем, будет, да, очень интересно. Мы по-любому с Сергеем что-нибудь согласуем интересное. Что-то замутим классно. Да. Даже не, знаешь, не то, что со мной. Я уверен, что просто людям вернуться на домашний стадион в режиме, где никакого фанади не нужно, где просто есть команда, да, там есть такие, ну, ветераны, которые находятся все вместе. Я уверен, что тот же самый Егор Титов и Дмитрий Оленичев, есть уже разговоры, что они могут прийти на фанатскую трибуну во время матча. Будет очень здорово. Я буду прям очень рад. Представь, я буду очень рад. Кумиры детства с нами будут. Ждем. На вышке. Ждем их. Ждем обязательно. Есть такая история, что приходит много людей, которые, как знаешь, как было раньше, когда еще был молодой, и ты вроде не во Фратрии, да, а вроде как бы ходишь на футбол. Да. И что тебе делать? Как тебе попасть в актив? Вот на это мы тоже знаем ответ. Есть вот здесь вот будет ссылочка, парни, на мою телегу. Можете написать любые свои предложения, там, что вы хотите делать, хотите, может быть, как-то присоединиться, да, там, к нашему ядру активному, ну, поддержке, да, пишите, я всегда на связи, мы с вами обговорим любые темы, в общем, если вы грамотный человек, который поддерживает бойкот активов фанатов Спартака по поводу фан-айди, но вы болеете Спартаком и болеете красно-белой историей фанатизма, пишите Вите, мы вас ждем, все соцсети открыты, поэтому пишите, предлагайте свои идеи, будут встречи, разговоры, обязательно, если вы человек порядочный, вы сможете честный принять участие в развитии нашего фанатизма. Ну что, идем дальше? Погнали! Продолжая этот выпуск, я хочу спасибо нашим друзьям из компании «Киберпротект». Ребята болеют за «Спартак», переживают за дневник фаната и поддерживают нас во всех наших начинаниях. Все, кто переживает о безопасности ваших данных или сохранении ваших данных, можете перейти по ссылке в описании, зайти к ребятам на сайт, посмотреть все, что вам нужно, приобрести облачное хранение, например, где будут ваши данные храниться в полной безопасности. Это конкретные ребята, которых я уважаю, говорю им спасибо. Дневник фаната, Киберпротект, а мы с вами выпуск дальше. Друзья, ну что, теперь самая такая большая тема, которая сейчас везде, извините за мой жаргон, педалируется, да, обсуждается. Мусолится. Мусолится, не знаю, что там еще показывается, говорится. Это «Спартак 2», «Возрождение Спартака 2». Сразу скажем, собственно, у нас для вас открытый проект. Было много разговоров, для чего нужен клуб. Это как бы своя история, какая-то агентская игра, наверное. Но Дима Камбаров, главный тренер, да? Собственно, да. «Спартак 2», если мы берем последний выезд в Краснодар, куда мы ездили, да, вот когда «Спартак 2» потом, да, развалился. К сожалению. В общем, было много мыслей, и в итоге первый матч. Первый матч в Академии. Рассказывай, Вить, как это все было, сколько людей откликнулось из актива, сколько собралось, и давай пройдемся с первого матча. Это, по-моему, был матч с Иркутском, если да, не ошибаюсь. Да, это был первый матч с Иркутском. Также, в принципе, мы в кулуарах поговорили с активом, все сказали, да, мы будем ходить на двойку, это крутая площадка для реализации своих идей. На первый матч, если мне не изменяет память, там собралось под 1000 человек, фанатская грядка чуть ли не битком была, даже центр, так, относительно, скажем так, был полный. Мы с тобою до конца. Я тебя пою своими песнями.
круто отшизили, очень много вспомнили тоже разных прикольных тем. Все загорелись этим, что да-да-да, все мы будем ходить на «Спартак-2». И следующий матч у нас вот как раз был после этого с «Сатурном», перенесенный, он должен быть был гостевой в Раменском. Куда? В воскресенье. Все да, все собирались в воскресенье ехать, но лига почему-то решила сделать так, чтобы поставить матч в понедельник в 5 часов. Ну, думаем, ладно, пофигу, отпрашиваемся все с работ, актив собирается, приходим. В тот день еще сказали, что будет хреновая погода, пофигу, без козырька, пофигу. Мы же фанаты, что у нас, да? Да, дождь, что мне снег, снег, что мне зной, что мне дождик проливной, да. Конечно. Все, мы собираемся, ну, что-то я смотрю, такой, 15 минут до игры, ну, как-то сомнительно, что-то нет никого. Зная, как бы, какой там досмотр, какой проход, думаю, ладно. Уже игра началась, все, шизим, все очень круто. Народ подходит. Грядка еще больше становится, забивается. И к второму тайму начинается просто в погоде ад. Все черное, начинается дождичек маленький. Ну, думаю, ну ладно, что нам дождичек? Идет. Да. Все это было понятно. Начинается второй тайм. Начинается лютый град, гроза, молния, ветер. И спасибо работникам клуба. А конкретно Кириллу. Да, Кирилл, тебе большое Кирюха, спасибо. Брат, тебе привет, да. Да. Они нас пустили под козырек, и просто под козырьком началась такая лютая дичь. Потому что еще же акустика. Мы все быстренько туда перебрались, все передвесились. И просто весь второй тайм шиза нон-стоп, просто громко, четко. Все трансляции заглушили чертям собачьим. Спартак! 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 Ливерпуль, Спартак! Непобедимый Спартак! Это стало истиной для всех! Мы все крутили, как команда лучше нет! И всегда мы будем рядом с ней! Банана! Банана, мама! Чтобы вы не широкого романа! Банана! Банана, мама! Чтобы вы не широкого романа! И все за одного! Там по трансляциям все так было слышно, все передали привет, сам знаешь, кому? Кому? Роману Широкову. Ну, естественно. Да. Я просто типа не знаю, по-моему, поддерживаю. За то, что сидите дома, ёп. Хрен, ты дождешься, зараза. Просто было банана. Банана мама. Понятно, да. Тара-та-тара-тара-тара-тара-тара. На следующий матч, как раз у нас уже должен был быть с Динамо, мы, посоветовавшись, думаем, а почему бы... Не побыть нам под козырьком, да. Мы позвонили людям, договорились. Нас сказали, да, парни, подходите под козырек без проблем. На что, в принципе, весь туда актив выкупил билеты. Парни, на Б слышно, руки поднимите, все, все там. О, думаю, о, слышат, нормально. Думаем, сейчас начнем с каких-нибудь банальных перекличек. Там, вперед Спартак, гудеж, наш Спартак, великий клуб. О, заходит, нормально. Другие заряды все парни подхватывают. Хорошо, давай отработаем те темы, которые мы делали чуть поменьше по полсектора. Все, там, начинаем «Папай моряк», все, пожалуйста, пошло. И как бы все остальные другие заряды, сейчас, парни, вы можете вот посмотреть вот здесь, вот, сейчас, вот, ребят, будут ставки. Московский «Спартак»! Московский «Спартак»! Московский «Спартак»! Мы должны сегодня победить! Сегодня победить! Мы
думаю, что это так круто было, даже сейчас вот здесь вот пойдут все комментарии, то, что много людей потом мне писало в личку, что, блядь, это типа 150% типа крутости шизы, которые можно вообще выдать. Это можно было назвать 100% фанатским стилем на этом матче? Это вообще можно назвать мясо крутое 100%. Ну, по-другому я как бы не могу назвать. Все пришли с таким настроем, с таким азартом, с таким мандражом. Я даже сам ехал на игру, ну, знаешь, как-то это... О, ничего себе. Как будто на основу едешь. Да, как будто такой на основу едешь. Думаешь, ничего себе. И после матча такое хорошее, знаешь, опустошение было с чувством выполненного долга, что ты сделал все для трибуны, да, все для фанатизма. Да, солнышко вышло. Да. Ты все сделал для трибуны, все для фанатизма. Я не говорю, что все сейчас пиздато, все пиздато получается, но мне кажется, сейчас фанатизм идет постепенно опять вверх, даже в эпоху фанайди. Сейчас у нас будет выезд в Вологду. Просто за один день полный солдаут. Все раскуплено. Туда народу едет столько, что тьма тьмущая. Сейчас основной Спартак тихо курит в сторонке. Слушай, ну это можно ли сделать заявку на то, чтобы Спартак 2 сыграл на открытие, ну, на стадионе Спартак, как она слушает? Да, абсолютно точно. Если какая-нибудь центральная игра тура будет, сезона, да, на Спартаке, мы приложим просто все силы, все максимально, чтобы этот матч был самым топовым. Резюмируя вот этот отрезок, который сейчас произошел, там, ЖФК, Спартак 2, Народная, да, там какие-то еще там события будут происходить, послушая и увидя все, что происходит, я вам скажу честно от себя, что я так же, как и видите, давно такого кайфа не испытывал, потому что легендарная растяжка, сезон начался, да. Он сейчас именно этот смайлик, который он прям двигается, потому что мы кайфуем все. Да. Мы кайфуем, и я надеюсь, что многие из вас, кто до сих пор не понимает, куда делись фанаты и как вообще попасть в это все фанатское сообщество, еще раз, все ссылки на парней, на все группы, на все телеграммы находятся в описании. Ссылка на Витю находится перед вашими глазами. Пишите, если у вас есть какое-то желание участвовать. Желание, предложение, 100%. Какие-то там высказывания, да, там, парни, мы все примем, даже критику мы всю принимаем. Либо пишите в комментариях, все читается, абсолютно, на все читаем, на все отвечаем. Да, я говорю, опять же повторюсь, не все так сладко и гладко. Абсолютно, но верно. Есть к чему стремиться, есть хороший шаг вперед, поэтому будем работать, будем действовать. Давайте еще собираемся обязательно. И еще, парни, сейчас у нас будет относительно такой массовый выезд в Вологду. Поэтому лично от меня большая просьба. Сектор у нас будет хоть и небольшой, да, хоть и все сектора мы, в принципе, мясо скупило, это круто. Но, пожалуйста, на сектор в красном, парни, наш ромб красный с белой полосой, наш цвет доминирующий красный. Слушайте команды парней заводящих. Будет интересно. До встречи на выезде. Погнали. В целом скажу тебе еще раз от себя спасибо за вашу помощь и в народной команде, и то, что вы делаете на ЖФК, на двойке. Вам всем, кто смотрит, комментирует, пишет, подписывается, еще больше, да, респект. Напоминаю, что за ваш комментарий под этим выпуском мы сделаем розыгрыш от магазина Fratria Shop и от себя лично с Витьком закинем вам на пивко, поэтому пишите любой комментарий, мы выберем рандомным способом и... Да, самый лучший. И проверим его, чтобы этот комментарий был не от фанайдишника. 100%. А как мы это проверим? Да никак мы это не проверим. У нас есть спецслужбы, которые работают в данном поводе. Поэтому, смотрите, да, пишите только честно. И, в общем, ходим на Спартак, ходим на Народную, шизим, пока есть эта возможность, пока есть эти площадки. Площадки, я считаю, крутые для реализации своих идей. Продолжаем бойкотировать фанайди. И что самое интересное, друзья, повторюсь, мы всегда открыты к общению. Нет такого, что типа мы закрываемся. Пишите Витьку, пишите в комментариях, пишите мне. Сереге. Серега, если что, мне тоже донесет. Все скинем. Вот. И в целом спасибо всем, кто посмотрел этот выпуск. Если вам понравился этот формат, ждем вашей ответной реакции. Обратной связи. В том числе. А вы сами знаете, что это типа это лайки, большое количество лайков, комментарии. И чтобы наши лички тоже были забиты вашими предложениями. Подписывайтесь на канал Дневника Фаната. Будем для вас реализовывать еще больше различных форматов и идей. Витя, тебе спасибо. Серег, тебе спасибо. А мы двигаем Вологду, топим за Народную и ходим на женщину. Это будет вообще прям гениальнейший выезд. В Туле будет хорошо? В Туле будет хорошо. Вы не забывайте, Егор Титов, Дмитрий Оленичев. Буду с вами вот так вот бок о бок. Всем удачи. Погнали. До новых встреч.